Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я хотел бы вам показать, как на телефоне Motorola Action Moto One включить таймер на камеру. Для начала мы заходим в приложение камеры. Далее, сверху мы видим такой значок таймера. Он сейчас у нас выключен. Мы на него нажимаем и можем задать таймер на 3, либо же на 10 секунд. Например, я заведу его на 3 секунды. Немного отставлю и нажимаем клавишу фотографии. И как мы видим, таймер работает. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!